Элегантно и стильно, без сомнения, даже когда в форме. Воспитанницы пансиона Министерства обороны сегодня вместе с выпускниками Суворовского и военно-музыкального училищ получили аттестаты. Церемония состоялась на Соборной площади Кремля. Выход из строя по команде, напутствие от заместителя министра обороны Николая Панкова, а затем музыка и танцы. Представительница прекрасного пола сегодня и среди выпускников военного университета. Дипломы вручали на Поклонной горе. Уже совсем скоро лейтенанты отправятся к местам несения службы. Направление в части уже получили и молодые сотрудники Росгвардии. Их чествовали в стенах Саратовского военного института. В этом году золотых медалистов 7 и еще 54 отличника. После вручения дипломов прощание со знаменем учебного заведения и торжественный марш.